Я пришел к такому умозаключению, что когда мы с человеком, который не свой, он никогда нас не оценит по достоинству. А когда вы живете с кем-то противоположного пола или просто находитесь в любых романтических связях, ваша самооценка начинает полностью базироваться на том, как вам относятся. Вот есть замечательная девушка, красивая, умная, волшебная, ресницы длинные, попа хорошая, кожа сочная. Но она живет с еблоем, ну, клиническим вообще придурком. Пройдет 2 года, пройдет 3 года, она выйдет из этих отношений развалюхой. Эмоциональной, физической, психической, душевной развалюхой. Внимание, вопрос. Через какое время она сможет реабилитироваться? Называйте там дни, недели, месяцы, года. Вот кто сколько думает, через сколько она сможет реабилитироваться? Первый же ответ, первый же правильный. Да, никогда. Абсолютно верно. Никогда. Еще раз, никогда. Вы поймите, наша культура, наши представления о культуре очень сильно завязаны на идеалистические, сентиментальные представления должного. То есть нам хотелось бы, чтобы можно было бы от чего-то восстановиться. Но это не так. То есть вот человеку оторвало ногу. А как ему ходить на 2 ногах? Никак, у него нет ноги. Мораль сильных – это в первую очередь признавать непоправимые повреждения. Непоправимые повреждения. Надо уметь их признавать. И вот смотрите, в чем дело. Есть такое понятие, которое очень мало кто вообще использует. Об этом мало кто говорит. Порченные отношения. То есть вообще отношения между мужчиной и женщиной – это очень хрупкая субстанция, особенно в начале. И очень крепкая, когда все стабилизируется. Но в начале очень хрупкая. И загадить это можно очень просто. Загадить навсегда. Ну, навсегда загадить, понимаете? Точно так же отношения могут быть загажены с родителями, с братьями, с сестрами. И мораль поврежденных, она не позволяет вовремя соскакивать. Что такое мораль поврежденных? Это вера в то, что если тебе 45 лет, еще ничего страшного, ты можешь еще стать мамой, все в порядке. Да? Это вера в то, что ну, мне вот там, не знаю, у меня член 70 сантиметров, важно не какой размер, важно как пользуешься. И точно так же, отношения порченные. Человек говорит, нет, ну я вот сейчас такое придумаю, такой фортель выкину, что все починится, и все будет прекрасно, и все станет хорошо. Нет, невозможно девушке молодой прожить 2-3 года с мужчиной, который загонит ее самооценку под плинтус и полноценно реабилитироваться. Не бывает такого. Не бывает. Да, можно откатить много вреда, да, можно восстановиться, можно пройти все виды терапии, и все будет классно, все будет замечательно. Девственность не вернуть. Я сейчас не про девственность. То есть можно качать свое влагалище, оно будет уже, чем у девственницы. Сочнее, теплее, плотнее. Но девственным оно не будет. То есть поврежденная психика цельной не будет. Человек, который побывал на войне, никогда не будет так же крепко спать, как человек, который не был на войне. При прочих равных. Вот он сам, если бы он был или не был. То есть это нужно просто трезво оценивать. И если вы будете пользоваться этой моей мыслью, вы не будете допускать того, чтобы попадать в такие ситуации, в которых вы должны закончить за 15 минут, а вы их растягиваете на несколько лет. Сексуальный вопрос – это самое главное, что есть в нашей жизни. Близость с Богом, она рождается и возникает, когда мужчина любит женщину, а женщина любит мужчину. Все эти форматы, когда у мужчины много любовниц, он весь такой ловелас, еще что-то, это все важно с точки зрения животной, но абсолютно не имеет никакого отношения духовный. Вот я про себя знаю, просто вот что такое мораль сильных, я принимаю как должное. У меня в этой жизни глубоких эмоциональных связей больше не будет. Все, что в этой жизни есть, я проебал. Друзей проебал, тренера проебал, с родителями у меня шанса не было, да, с девушками проебал. То есть это нормально. То есть я, по сути, в дожитии нахожусь, я как бы в компьютерной игре, в которой главный квест пропал, остались только побочные квесты. Да? И как, я как мужчина должен принять это с честью и достоинством. Ну да, это вот так вот. Хорошо, я не собираюсь из-за этого сидеть, хныкать, плакать и говорить, боже, за что? Ну ладно, хорошо, хорошо, главного квеста нету, ладно, не будет.
Будем делать, значит, побочные квесты. Будем, ну, не страдать, прикалываться, наслаждаться жизнью. Господа хорошие, вступайте в базу. Нас 32,5 тысячи человек. А 3 недели назад нас было всего ничего 12-14 тысяч. Тот хайп-трейн, который сейчас набирается, вы даже не представляете, что это такое. Какое количество известных медийных людей, селебрити, исполнителей, бизнесменов отметились ее чтением. Запрыгивайте сейчас, чтобы потом говорить, что вы были олдом, офицером до того, как стало мейнстримом. Добро пожаловать к нам!